Практически закончила. Это прекрасное кимоно, куртка Хаори. Ну, то есть это такая для прогулок, знаете. Вчера уже выгуливала с классическими черными брюками со стрелками, довольно широкими. Ну, тут широкие рукава, в принципе, смотрелось все очень гармонично. Хаори супер подкладка такого розового цвета. На спинке она до середины спины доходит. Очень красиво все смотрится, обыграно кантами, вышивкой. Все сшито вручную. Все стежки ручные в этой куртке. Все потайные, боковые, вся обработка. Все, что связано со стежкой, все дизайнерские элементы, все абсолютно сделано вручную. Вот это были раскроенные, недошитые, абсолютно новые брюки. Ткань с таким легким блеском. Ушли все брюки целиком. А вот это было платье, футляр от известного бренда. Не буду его рекламировать. Это его родная подкладка, обработка. Платье тоже ушло абсолютно целиком. Ничего не осталось ни от платья, ни от брюк. Я считаю, что идеальный расход материалов, без остатка. Дизайн тоже очень классный. Спинка ровная, тоже с таким же принтом сзади. В общем, супер вещь, как на мой взгляд.